Верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси принял сегодня Александр Лукашенко. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости. Президент подчеркнул, Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми партнерами. В то же время от каждого дипломата в значительной степени будет зависеть не только характер партнерства, но и уровень взаимного доверия и понимания. Среди новых руководителей дипмиссий – послы России, ряда постсоветских республик, Евросоюза, Центральной Америки и Африки. В Беларуси модернизируют механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас идет разработка указа по формированию Национального агентства развития. Специально созданная группа в ближайшее время изучит механизмы помощи предприятиям в соседних странах и оценит, какие инновационные инструменты мы сможем перенять. Решать проблемы бизнеса на местах будут региональные советы по развитию предпринимательства. Они также будут работать по-новому. Выдающемуся скрипачу и дирижеру, всемирно известному музыканту Владимиру Спивакову сегодня исполнилось 75 лет. Президент Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР с юбилеем. С Беларусью художественного руководителя Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» связывает много творческих проектов. Один из них – музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Он всегда с успехом проходит не только в Минске, но и в других городах нашей страны, собирая артистов мирового уровня. We'll be right back.